Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Call of Duty 2. Что ж, у нас другая заставка. Мы отвоевали Египет и теперь переходим в Ливию. 1943, поехали. Ливия, 1943 год. Британские танки Crusader уже второй год несут службу в североафриканской пустыне. Танковая война в пустыне оказалась трудной для обеих сторон. Облака песка и пыли, которые поднимаются в воздух при движении техники, значительно ухудшают видимость в бою. Передвижение по песчаным дюнам также затруднено. На просторах ливийской пустыни слишком мало различимых ориентиров. Пушки крусейдеров менее дальнобойны по сравнению с немецкими. Из-за этого союзники вынуждены применять опасную тактику быстрых массированных ударов. Понятно. 14 января 43-го, 21:30, Ливия. Египет мы полностью отвоевали, и теперь мы воюем в Ливии. Ясно, небольшой ветер, плюс 23 градуса. Здесь, в пустыне, нам пришлось научиться совсем новой тактике ведения танкового боя. У фрицев мощнее орудия, зато наши танки более маневренные. Основная тактика состоит в том, чтобы успеть как можно ближе подойти, используя преимущество в скорости, и атаковать уже с такого расстояния, где эффективность их и нашей орудии равна. Как только поле боя будет скрыто облаками дыма и огня, жизнь экипажа будет уже зависеть от умения каждого и немалой политики. Толики. Что за слово? Толики, полики. Короче, удачи. И немало удачи. Щелкай. Внимание! Танковый бросок. Северо-западная Ливия. 160 миль к юго-востоку. Ой, танк. Танковая битва. Нас научили танком руководить, да? Окей. Мы воюем танком. Мы стреляем как танк и едем как танк. Интересно, если мы сейчас поднимемся. Все нормально. Ох, как мы гоняем так. Следовать за другими танками. Ну и мы едем. Командиры экипажей, доложите о готовности. Едем. На полной скорости едем. Ох, блин, да по нашу стреляют. Так, главное не тормозить. Я и так еду за этим, за Мегерой. Так, все, едем на полной скорости, едем на полной. Ну вон как быстро едем. Блин. Так, наши пока никто ничего не ест, потери. У нас потери есть. Я вижу их. Хороший ритм. Минус один. Отличный выстрел. Следующий. Стрелять. А,
Так, газу, 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 газу. Я вижу. Слепой. Так, поворот, 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 сюда. Стреляй, стреляй, стреляй. Так, где еще один? Еще один. Вот он, еще один. Нацеливай, милый. Стреляй, стреляй. Карусель, карусель, карусель. Так, где, 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 вот он. Опа. Я вон сколько один смог убить, а вы там сколько? Да и пушку мне скорострельный. В десятки раз. Ну, почти, почти. А как я понимаю, у меня здоровье как было, так и будет плохое, да? Так, все, все, едем по таким курсам. Это свой был. Это был свой. Ма? Слева, 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 слева. Слева это вот это вот, а? Попали. Ой. Я один вон сколько подбил. Дрифтуем. Куда едем-то? А то вот сейчас только то вот топливо жгу и все. А и все? И все оказывается. Ладно, окей. Еще одну миссию мы закончили. Легкие какие-то миссии пошли, вот честно. Миссии какие-то пипец как легкие. Я особо даже не стараюсь. Ну ладно, окей, допустим, что-то просто такие миссии. Что у меня хорошее оружие, хорошо союзники работают, хорошо все работает. Так что спишем все на этом. Ладно, на этом мы и закончим. С вами был Виктор, всем пока.